На воронежские маршруты выйдут 15 троллейбусов из Белгорода. Ранее сообщалось, что весь троллейбусный парк Белгорода, принадлежащий обанкротившемуся МУП «Городской пассажирский транспорт», продан с торгов за 7,7 миллионов рублей при начальной цене в 145 миллионов рублей, а также продано 65 троллейбусов. Сейчас стало известно, что в Воронеже начнут курсировать троллейбусы из закрывшегося белгородского депо. Уже поступило 3 троллейбуса, а всего из Белгорода поступит 15 низкопольных троллейбусов 2013 года выпуска. Вместимость каждой машины 100 человек. Они частично заменят умирающую технику на наиболее востребованных маршрутах номер 7 и 99. Машина закупил муниципальный Воронеж Пассажир Транс. Все троллейбусы оборудованы пандусами и кондиционерами. По прибытию транспорт пройдет техобслуживание, а при необходимости будет проведен небольшой косметический ремонт. Троллейбусы также докомплектуют системой видеонаблюдения и терминалами оплаты проезда. Водители на каждую машину уже определены. После оформления всех необходимых документов, включая страховку, они начнут выходить на линию. Это дело не быстрое. Машины частично заменят умирающую технику на наиболее востребованных маршрутах номер 7 и 99. Тем самым сохранят их функционирование, пока идет работа над проектом комплексной модернизации троллейбусного движения в городе, рассказал Никита Чеботарев. Ранее РИА Воронеж сообщала, что к развитию электротранспорта в столице Черноземья привлекут инвестора. Концессионером выступает крупный холдинг «Синара».